Доброе утро! С вами Дмитрий Шатров, тренер высшей категории. Сегодня мы вам продемонстрируем простой и эффективный способ, как поддерживать мышечный тонус и улучшить кровообращение в офисных условиях. Начнем с разминки шейного отдела позвоночника. Итак, для начала мы опускаем подбородок и вытягиваем шейный отдел. Также очень плавно поднимаем голову вниз, при этом стараем шейный отдел не захлестывать назад. Тянем подбородок вверх, стараемся растянуть максимально мышцы шеи. Также плавно опускаем голову вниз. После этого мы плавно можем переходить в круговые движения головой вокруг своей оси. Хочу обратить особое внимание, что повороты и круговые вращения нужно делать очень плавно. При этом вы должны чувствовать, как мышцы растягивают. Достаточно уделить этой разминке всего 1,5 минуты и продолжать дальше наш комплекс упражнений. Итак, продолжаем с разминки плечевого пояса. Можно делать это упражнение сидя, просто начинаем медленно, очень медленно отводить плечи назад. При этом у нас растягивается грудная клетка и сокращаются мышцы спины. Максимально растягиваем грудной отдел. И после этого начинаем максимально его сокращать, не выходя из положения сидя, при этом растягивая мышцы спины. Хорошо. Опять несколько таких повторений выполняем. Максимально растягиваем мышцы спины, при этом сокращая грудные мышцы. Хорошо. Выполнив разминку, мы можем приступить к основному комплексу упражнений. Начнем с пресса. До этого достаточно откинуться на стуле, кому как удобно. Можем выполнять динамики, можем выполнять статики, как это делает Ольга. Итак, я показываю динамики, Ольга показывает статики. Выполняем кому как удобно, кому как позволяют особенности собственного тела. И раз. Амплитуду не надо выполнять слишком большую. Пресс от этого нисколько у нас не пострадает, только будет лучше, сбережем спину. Достаточно выполнить 3-4 подхода от 20 до 30 повторений. Достаточно. Следующее упражнение направлено на развитие плечевого пояса и мышц рук. Итак, приступаем. Для этого достаточно просто сместить свой корпус вперед, упереть руки в стул, ноги в пол. Ноги слегка согнуты. И начинаем отжимания, направленные на развитие мышц плечевого пояса. Если вам тяжело выполнять это упражнение только при помощи рук, вы можете сместить нагрузку на ноги, при этом облегчив упражнение, но нисколько не убавив его эффективность. Раз, два. Хорошо. Сегодня мы вам продемонстрировали простой и эффективный способ, как поддерживать мышечный тонус на работе. Всего доброго, друзья. Отличного дня и прекрасного настроения.